Выезжают из парома машинки. И вот на таком мы поедем, поплывем, пойдем в Гозу. Там фотку и плывем на Гозо, остров. На Гозо бесплатно, так сделано специально, потому что он мало населен, специально, чтобы заселить этот остров. Девочки сидят, мальтийские. Вот и здесь выход. Такие веревки. Так мы плывем по Средиземному морю на пароме в Гозо. Какая-то интересная голубая вода. Начала качать. Ой! Куда-то мою сумку забрала. Пошли волны сильные.
Ого, какие волны. Ну, такие волны. А вон там то море видно, сейчас небо. Здесь ничего. А уже меньше стало. Спасибо.
Наверное, к этому.